17 тысяч тонн продовольственной помощи украли мародеры в Судане. Это данные за период с начала боевых действий в стране. Об этом сообщают представители Всемирной продовольственной программы ООН. Они заявляют, что пытались сохранить гуманитарный груз, несмотря на ситуацию в стране. Ранее организация начала трехдневную раздачу помощи в столице Судана. В планах обеспечить продовольствием 500 000 человек. Также в ООН предупреждают, что в ближайшие месяцы с голодом столкнутся еще 2,5 миллиона жителей. Так, общее число суданцев, страдающих от острой нехватки продовольствия, превысит 19 миллионов.